Здорово, ребят, с вами Илья, это наши игры день, и мы продолжаем нашу рубрику «Крутой девайс». Сегодня мы смотрим на вышку от компании SteelSeries Rival 300S, и это настоящая машина для убийств в разных компьютерных игрушках. Короче, жми лайк и поехали! Так, ребят, гоу быстро посмотрим на эту прочную коробочку, и тут идет сам грызун плюс бумажки, все стандартно. Теперь по внешнему виду. Тут уже классический такой цвет для мышки от компании SteelSeries, и снова мы видим элегантное и минималистичное решение. Мышка выглядит очень достойно, на мой взгляд, строго, ничего лишнего, все, что нужно на месте, и размер, кстати, достаточно большой. По бокам здесь используется прорезиненный пластик, и таким образом мышка замечательно лежит в руке и не скользит. Основа материала это, конечно же, soft-touch пластик, и по опыту скажу, что все с ним будет отлично, он не царапается и выглядит замечательно даже со временем. Правда, рекомендую мышку протирать хотя бы раз в недельку, и тогда она просто будет в идеале. Тут же есть колесо прокрутки, кнопка переключения DPI, две основные кнопочки, а также две боковые. Думаю, для шутеров и обычного использования игра плюс голосовой чат этого вполне достаточно, и лично для меня мышка одна из лучших именно по своей форме. Кстати, в этой модели мне очень нравятся именно боковые клавиши, они очень большие, и это очень удобно. Удобно, опять же, при использовании. Также тут, конечно же, имеется логотип компании, подсветочку тоже можно настроить через программное обеспечение и все сделать в одном стиле. Не знаю, как вам, а мне уже как-то это, конечно, немножко поднадоело, и мне нравится скорее классический такой оранжевый стиль от компании SteelSeries. Ну, это, конечно же, такая вкусовщина. Теперь по поводу длины кабеля. Тут она 1,8 метров, и единственное, к чему можно придраться, это то, что она не тканевая, а такая прорезиненная. Но, опять же, если спокойно и аккуратно использовать, то проблем с эксплуатации не будет. Короче, ребята, это такая получилась классика от компании SteelSeries. Тут оставили все самое лучшее, что было в грызунах от этой компании, и сделали вполне хороший девайс. Короче, ребят, классика это и есть классика, поэтому если вы хотите что-то годное от компании SteelSeries, то мышку эту могу порекомендовать, и ссылку, конечно же, оставлю в описании. Короче, напишите, что думаете по этому поводу, напишите, какими девайсами сами пользуетесь, и может быть что-то из этого я тоже себе постараюсь достать и вам покажу. Ну а так, будем заканчивать на сегодня, и скоро мы обязательно увидимся. Пока!